Всем привет, с вами Филипп, и мы поиграем в игрушку под названием Sleeping Dogs. Да, очень прикольная игра, играешь там за японца. Сначала, конечно же. Очень прикольная игра, тоже с виде паркуром, ну, можно там сделать GTA 4 и паркур, и вот так вот совместить. Но Watch Dogs будет лучше, я вам уверяю. Шестой говорит 21. Наш парень пошел. Вас понял. Предупреждаю, у объекта имеется нож. Повторите. У него при себе огромный нож. Вас понял. Так ты ж. С юга. Хорошо, все. Всем быть наготове. Следите за ним. Я буду рад избавиться от этого клоуна Уэя. Вот его. Я не слепой. Расслабься, старик, мы ни одной стороне забыл. А он прям волшебник. Товар у тебя? А, деньги у тебя. Эй, у нас проблема. Повторите. Охранник подходит с задней стороны. Можешь ему помешать? Мы слишком далеко, шестой. Твою мать. Не стоит, малыш. Могу за 3-4 кило в неделю, если хотите. Посмотрим. Что, моя дерьмо не достаточно хорошо для тебя? Эй, вы, что вы тут делаете? Что, это ты что за хер? Стоять, не двигайся. Давай, давай, мой друг, просто... Ты с ума сошел? Нет, стой. Можем решить проблему. Хотите меня обмануть? Вы знаете, кто я? Не дайте ему уйти, остановите его. Не бейте меня! Твою мать, не надо, чувак, не надо! Полиция Гонконга, не делай ты глупости! Пойдем, пойдем, черт! Так, и вот тут у нас уже... Так, удержите пробел, чтобы ускориться! Так, следуйте за назом. Так, надо тут быстро нажимать пробел. Оставайтесь рядом. Давай, 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 давай. Плевать, беги. Давай, давай, давай. Воу. Через магазин, да ты гонишь. Так. Не зря включил паузу, потому что у меня сейчас в ушах очень звонко были, очень голоса были сильные, так что 8 диалоги, конечно же 8, может музыку 8, эффекты 8, потому что очень орёт так. Так, сейчас поправлю свои наушники. Погнали. Так, я почему-то не слышу никакого звука у себя в наушниках. Алло, что за херня? Ну не на это ставить же. Так, я вообще не слышу никакого звука. Твою мать, на! Я ее играл, но тоже не всю проходил. Но она у меня не глючит как. Мирос Эйч. Нет. Твою мать, а ты провалился. Твоему дружку повезло. Тут такая физика. Такое все. Стоять, твою мать. Не двигаться. Все, я понял, почему. Звук. На семерку сразу же поставлю. Давай, 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 беги. Давай, давай, давай. Полиция Гонконга, черт. Стоять, вы окружены. Полиция, не двигаться. Вы арестованы. Да ладно, мы же сможем договориться, верно?
Не волнуйтесь, у нас будет достаточно времени подумать об этом в тюрьме. Вы не обязаны ничего говорить против своей воли. Но ваши слова могут быть занесены в протокол и использованы в качестве доказательства. Вы поняли? Прикольная игрушка, я вам говорю, ты че? В ролях. Вил Вун Ли. Вообще имеет значение. Эй, я же говорил тебе не следующей неделе. На следующей неделе, хорошо? Уэй, Уэй Шэнь. Это Джеки из Old Property, чувак. Вот черт, Джеки Ма. Черт, это ты. Охренеть, поверь мне, не могу, что тут делаешь. Когда вернулся? Уэй, черт. Ты херово выглядишь. Да иди ты, педик, блин, похож на педика. 15 лет, это не шутка, сам же понимаешь, мы уже не дети. Да ладно, спроси любого Джеки, мы все еще красы. Я же говорю, педик. Джеки Ма ничуть не изменился, рад тебя видеть. Ну как, ну твоя задница, кажется, выперли из Штатов нахер. Но это было по согласи. Все равно пора. Да уж, дом, милый дом. Так, на чем тебя взяли? Ничего особенного. Не дай мне научиться чужого дерьма. Эти говняки обязательно пытаться, поверь мне, когда узнают, что это из Old Propis. Чё-то как-то я не успеваю читать их, блин. То, что на японском это... Они читают ну, говорят немножко, а субтитры очень большие. Тут с ними кое-какие дела. Ха, красный ш... Ну, можете и сами читать, я вот не буду читать это. Oh, Dog Eyes is a Red Pole too. It's still a total poke guy. He was the one who got Winston in. We were pretty tight back then, but now. Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen. In the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. Это как какой-то фильм, потом там это пишут в ролях, то все такое. Похоже, никаких улик против тебя не обнаружено. Как ты это объяснишь? Видим, ты очень опасный человек, Уэй Шэнь. И нам нужно, чтобы люди думали именно так. Надеюсь, мои люди не слишком грубо обошлись с вами, инспектор. Может, у них то же самое спросить, сэр. Ребята явно не в форме. Ну, дал своим плоды. Я встретил Джеки Ма. Я в деле. Ладно, не буду читать, что как-то и правда. Не хочется. American gangs, even Asian ones, don't compare to the triads here. The Sun On Yi is the most powerful Look, gang- Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles, the lieutenants like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei. Good luck out there. Good luck. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress, maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Trias for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job. Дон мастер кунг-фу, вы сейчас увидите эту миссию. Я мы будем с кем-то там драться.
и увидите, как он обладает кунг-фу. Thanks again, Jackie. Yeah, I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. I guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. Still getting used to being back, huh? Yeah. Вообще, графон отличный у этой игры. Watch Dogs будет очень прикольно, чем Sleeping Dogs. Иди сюда. Сюда иди. What I hear, they didn't let him have a quick death. Made it real slow and painful. Тут люди живут своими жизнями. То это ходит девушка куда-то, что-то она там стоит и стоит. Эти что-то там играют, походу. Да, сейчас будет драка. Parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. Hey, okay, dai, I'll come and save you. Leave him alone. I'll win. I'll win. I'll win. I'm gonna call the cops. Huh? You're talking about this. How many times do you have to talk? Hey, you don't talk to her like that. Stop it. Get off him. I don't care who you are. Let go, Jackie. I'm gonna fuck you up. Все, вам сейчас конец. На. Да блин, кого ты бьешь? На. Ясно, раз, два, три, четыре, на. Это сука. Давай, нападай. На замедление еще плюс. Еще двое. Ты убил, ты шутишь? Еще трое. Ну, давайте, нападайте. Я всех отмудохаю. Ты сам напросился. На. Ты чё защищаешься? Ты я не понял. Ты кто решал защищаться? Так, значит, можно вот так вот взять и с ним побежать и об стенку его на. Да это супер кунг-фу, детка. Нас еще не научили контратаку делать, жалко. Ты задолбал. Пошли об стенку, тебе врежу. Ты какого кровь не издаешь, ты, сука. Кровь быстро дал. Че, все что ли? Сука, как ты так живешь? На. Ты сам напросился, ублюдок. Черт Вей, что с тобой сделали в Америке? То, что надо. Защищаться. Here we are. Winston's mom owns the restaurant.
fool. Where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is Wei. Wei Shen. I told you about him, remember? Fuck. We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from old prosperity. Like us, Ho Chi all day, Jama. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Old prosperity, huh? 為何我唔記得你嘅? I've been on vacation. You know, Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie bug, eh? No. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Wait a minute. Dang Yatsun, I do remember you. You had a sister, right, Hamaya? Yeah, Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hung out with Dog Eyes. No offense. Dang I sucked to Bauga. Where's she now? She's dead. Ah. Sorry. Oh, you see her. So, 10 guys, huh? You fearless? Or just crazy? Try capable. We'll see. Conroy, you know that problem we got in the market? Why don't you take Wei with you? Hey, Jackie, hang back a second. I want to hear more about your friend. All right. You want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great. That's all I fucking need. Да, хотите нападать? Ну давайте, я ж сказал уж давно. So you're the tough guy that everyone's talking about. Да, во-во-во. На. Когда не красные, можно их. Ну ладно, давай. Я так тебя буду 100 раз бить. Чё, кто ещё на меня? Раз. Продержаться. Куда? Типа яйца. На тебе последний удар. Hey, let it go, man. What are you? Boss, we were just leaving. Tell her, huh? And it was just getting interesting, too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, Dog Eyes? Oh, Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake, let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song Ong Yi, both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Yeah, so what? Wei's her brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, Wei, what the fuck, man? Seriously, Wei? I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, Dog Eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, T.
Tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he has. Used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not Dog Eyes. Got it? Got it, boss. Momentai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. Так, сейчас будет продолжение, надо по магазинам пройтись и у каждого деньги, походу, взять. Иди вон. Встал тут еще. О, позирует. Я с вами, чувак, как там? Можно где-то тут стать? А как я выгляжу? Эй, ты куда уходишь? Не уходи без меня. Чё вы хотите? Повышает бодрость духа, увеличит ваш... Не-не-не-не надо. Yeah, when she started. Oh man, and it was Dog Eyes that got her into it? Yep. Поддонок. You gonna tell Winston? No. You? No. Shit, hey. Да валите! Никогда не люблю людей в этой игре. Фиг пройдешь. Все, чувак, мы дошли, можно мне уже бегать? Мне надоело с того разговора. Давай, вымогать. Hey, little brother. We work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place, and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. Но это пока нет проблем. You need anything? Just come ask. Сейчас у нас будет пробел дофига. Все, погнали. Так, иди в жопу. Зама поднимешь свою сумочку. Collecting for Winston. Winston? Dog Eyes said he's in charge here. We're here to clarify that. What? You want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid, you guys. Don't be a tough guy. Иди сюда. Пошли. Позвоним. I will pay. Заплатишь, так давай мне деньги. I'm glad I can make you see reason. Take the money, but Dog Eye won't be happy. Так, следующий. Пошла вон. Я не хотел. Я не хотел. Вставай. Все, можешь идти. Так как тебя отпустить? Как тебя отпустить-то? Ну ты сама выбирайся, как тебя отпустить? А, вот так вот. Давай, деньги, баблы. Winston? I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back toy up his ass. Это ты зря сказал. Ты че, совсем офигел? Ты задрал, я ж тебе уже по голове настучал. Давай деньги. So did you have a message for Winston? He's obviously better than Dog Eyes. Please give him this payment from me. Так, следующим. Так, давайте. Тут за него
Hello? Получай. Совсем офигел, на. Пошел в жопу. Давай, ну сдохни. Давай, нападай. Why was he beating you? He was demanding 20 times the normal payment. Maybe he has a drug habit or something. For a small fee, Winston will make sure you don't have trouble with gangsters. That sounds very reasonable. Да еще как, мы за небольшую плату мы одежду прикупить. Сейчас купим себе одежду. Воу. Я нечаянно ударил, помните, девушку? Могу всех так ударить. Так, сейчас не могу. Так, что у тебя можно купить, челочки? Так. У нас 500. Давайте вот эту точно купим. Это. Обувь. Ну, мне своя... А, нет, своя обувь мне не нравится. Так, шляпа. Да не, шляпка нам не нужна. Цепи не нужно, ну все. Все. Возвращаемся к Уинстону. Вот эту штуку надо собирать. Еще за 4 вот этих... найденных нам прибавят жизни. Так что кто в эту игру играет в первый, ну не в первый раз, но не знает об этом, лучше... Ох, круто было, чувак. Все эти бабки, бабки, бабки. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Я ж тебя уже накостылял, что тебе еще надо? We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. Не связываться с тобой, а? Так, ну вот, все, мы выполнили миссию с вами. Очень долгую. Продолжить игру. Ладно. Сделайте одолжение продавцу. Сделаем это в следующей серии. Всем до свидос. Играйте в эту игру, конечно. Очень прикольно. Пока ждем Watch Dogs. Это тоже пока будет нам напоминать Watch Dogs. Но название другое. Плюс тут нет такого, что будет Watch Dogs. Пошел вон! Отдай одежду. Сказал отдать. Да ты хуй. Маленький, какой дерется. Мимо. Да твою же мать, я правую мышку не могу нажать. Вот так тебе. Понял, сынок, где отсюда? Ты еще маленький. Пнуть я тебя не могу больше. Ладно, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. И ждите продолжения.